начинается, посвящается нашим гражданам, всем и каждому, и тебе тоже. Называется «Очарована, околдована». Не врубаешься, не беда, справишься. Доктор Андрей загоняется, ничего подобного. В конце куплета яснее ясного станет вам, о ком это все, для чего это. Она любит большие города, широкие улицы, проспекты, площади. Ее волнуют в витринах магазинов ее отражение. Даже астрологи не могут знать ее настроение. Переменчивые, как погода, вместо законов и правил у нее мода. Запросы, капризы, дешевые понты без ограничения. Она хочет, чтобы ты делал ее дело, мерил ее мерой, верил ее верой, слился с ее телом. Не пытайся уйти, она может убить тебя за измену. Но вот как-то вечером по телевизору сказали, что новый кумир у нее. Ты смотрел репортаж и не верил глазам. Новый кумир, толпа, и она безвкусный, иногда бешеный. Говоришь насрать на нее, еще не лукавишь. Хочешь обуздать ее, но явно все не знаешь. Она оставляет полный минусы на сборнике. После нее идут лишь падальщики, дворники. Роковая женщина, из идола в вещи и в хлам гляди. Она уже с другим щебечет. Никогда не угадаешь, где свернет на перекрестке. Предпочтет кино или театральные подмостки. Пепси или кола, Путин или Жириновский. Нострадамусу понадобится Склифосовский. На первый взгляд дура, на второй то же самое. Не криви душой, ты уже в капкан ее попал. Читаешь те же журналы, смотришь те же фильмы. Чувствуешь симпатию, надеешься взаимно. Пытаешься понравиться, нравишься, сближаешься, влюбляешься. Но слишком поздно понимаешь, что это не мальяж вовсе, а ассимиляция. Надеялся просто на близость, но стал сливаться с ней. Ее глазами смотришь на мир, ждешь, куда укажет она. Сегодня он кумир, и вновь толпа. Очарованная.